Лежал на полу он в холодной темнице, ждал смерти, пощады себе не просил. Не спал, знал, что крест ему снова приснится. Не плакал, хватало для этого сил. По римским законам убийцам распятие. Варавва заранее знал приговор, он всех ненавидел. Он сыпал проклятия, был казни достоин разбойник и вор. И самого храброго крест испугает. Но скрипнули двери на ржавых петлях. «Вставай поскорее, тебя отпускают!» Так громко сказали, до звона в ушах. До смерти часов оставалось немного. Варавва на стражника быстро взглянул. Он слову не верил, он не был растроган. Тюремщик в плечо его грубо толкнул. «Иди!» «Так просили евреи Пилата, тебя отпускают!» Солдат говорил. «Теперь будет царь иудейским распятым!» И тихо Варавва сказал. «Повтори!» «Да, вместо тебя распинают другого. Какой-то Иисус, на кресте он умрет!» Солдат растерялся. «Не знал ты такого?» «Не знал. И Варавва к свободе идет. Кто мог бы представить, он вышел на волю. Друзья были рады Варавву обнять. В рубашке родился, счастливая доля!» Шептал сам себе. «Отпустили меня?» Варавва в свободе своей сомневался. Он думал, ошибку исправит Пилат. Заснув, он вдруг вскакивал ночью. Думал, что снова услышит. «Ты будешь распят». Напрасными были ночные тревоги. Никто за Вараввою не приходил. Обычной дорогой пошли его ноги, и сердце спокойно стучало в груди. В Вараве отмерены долгие годы. По милости Божией он не испытал, как больно железо сквозь руку проходит. Он только во сне видел ужас креста. Пришел ли Вараввы к Иисусу? Не знаю. Но хочется верить, не мог не прийти. Услышать такое «тебя отпускают» и сердце Спасителю не принести. Меня никогда не держали под стражей, но сердце оковано было цепями. О нет, я не лучше Вараввы, как страшно! А там на кресте Иисуса распяли. На жизнь у всех грешников не было права, и Божьего Сына на смерть осудили. Тогда отпустили не только Варавву, меня отпустили, тебя отпустили. Помилован каждый, и нет осуждения. Помилован каждый, чем милость измерить. Помилован каждый, кто примет спасение. Помилован каждый, но нужно поверить. Так просто. Зачем же томиться в неволе? Склонись у распятия, и будешь спасен. Тебя отпускают, счастливая доля. Помилован ты, приговор отменен.